Здравствуй, любимый Таганрог! В России отмечают День Матери. А какую погоду ожидать в последние выходные осени, расскажу я, Настя Чехова. В субботу, 26 ноября, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 9 градусов, а ночью плюс 6. Ветер восточный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 27 ноября, облачно. Местами ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 7 градусов, а ночью плюс 4. Атмосферное давление чуть выше нормы, 774 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 9 метров в секунду. В последние дни ноября температура воздуха днем плюс 5-6 градусов, а ночью столбик термометра опустится до нуля. На сегодня все, с вами была я, Настя Чехова. Читайте блокнот Таганрог и оставайтесь в курсе новостей при любой погоде.